Девочка с трибуны говорила: взрослых в зале взглядом обжигая, и она, как Бог с небес, вещала, как пророк к любви всех призывала. Что же вы, все взрослые, творите? Как же жить теперь нам на планете? Ничего вы делать не хотите. Ну а что же смогут сделать дети? Нас призвал какой-то тихий голос. Он сказал, до вас не докричался. Но в сердцах и душах наших детских он навеки вечные остался. СОС! Спасите СОС! Спасите! Вас вызывает Матушка-Земля! СОС! Спасите СОС! Спасите! Я погибаю, я совсем одна! Как на кресте Иисус, распятая, и кровоточат раны в три ручья. СОС! Спасите, СОС! Спасите! Я погибаю, я совсем одна. Мои зеленые просторы обнищали, и в водоемах мертвая вода, а лес все рубят, слышу, плачут звери. Повсюду плачу, я схожу с ума. Солнце, друг, свои лучи протянет, и для жизни, думая, что вечной, и луна с небес высоких скажет: мать свою казнить бесчеловечно. СОС! Спасите, СОС! Спасите! Вас вызывает Матушка-Земля! СОС! Спасите, СОС! Спасите! Я погибаю, я совсем одна! Как на кресте Иисус распятая, и кровоточат раны в три ручья. СОС! Спасите! Я погибаю, я совсем одна! СОС! Спасите, СОС! Спасите! Вас вызывает Матушка-Земля! СОС! Спасите, СОС! Спасите! Я погибаю, я совсем одна! Как на кресте Иисус раны в три ручья.
Девочка с трибуны говорит.